29 июня в селе Раскатово Приволжского муниципального образования на здании сельского дома культуры бывшей католической церкви немецких колонистов была открыта памятная доска. Историческое напоминание потомкам на здании клуба появилось благодаря участникам строительного отряда немецкого молодежного объединения 2017 года в городе Марксе. Более 10 лет представители молодежи российских немцев из разных городов России приезжают в наш район и ведут работы на различных исторических объектах. В свое время это были церковь в селе Зоркино и Марсовская лютеранская церковь, установка памятной стелы на старом кладбище в городе Марксе и многое другое. В этом году ребята привели в порядок старое здание приходской школы и установили памятную доску на бывшей католической церкви в селе Раскатово. Провели субботники и на старом городском кладбище. Все выступавшие на церемонии отметили, что в последнее время на территории Марского района многое делается для сохранения исторической памяти и архитектурного наследия.